Беда для жильцов и благодать для кошек. Неутепленные трубы отапливают улицу. Пока мерзнут жители первого этажа, на теплотрассе греются бездомные животные. Эти трубы давно галились. Тут и кошки спят у нас, которых много. Жители, как обычно, с дач завозят сюда. И собачки у нас спят, греются здесь. Тут явно видно, что трубы все оголенные, особенно подводы к самой, к подвалу, куда, где проходит вот теплосеть эта, отопительные вот эти трубы. И отсюда, конечно, мы уже не раз обращались. Обращались, а говорят, точить не подошла. По всему городу, что ли, они мотают? Тогда где у нас правительство городское, не знаю. В то время как теплотрасса остывает на морозах, жители вместе с председателем ТСЖ бьются за изоляцию раздетых труб. Вот оголенная, вот она, чуть теплая, она остывает. Вон там тоже оголенная. И вот здесь вот все сюда оголенное, дальше... Жители добавляют, ежемесячно за отопление и горячую воду они отдают до 2000 рублей и наблюдают, как тепло улетучивается на глазах. В оренбургских теплосетях пояснили, отапливание улицы – это миф. Там в 2012 году капитально восстановлена была изоляция силами специалистов оренбургских тепловых сетей. И подправляем мы ее там практически ежегодно. Никоим образом на температурный режим в квартирах жителей это не влияет. То есть это наши потери. Проблема сейчас заключается в том, что материалы в этом году уже закончились. И восстановить этот участок мы сможем только в следующем году. Яна Корчик, Дмитрий Журавлев. Наше время.